Телеканал КРТ представляет. Ну, здесь меня больше всего пугает то, что мы наговорили сегодня, это, видимо, приведет еще к целой папке претензий в адрес канала, потому что на самом деле много всего сказали. Если бы мы начали с этого в начале, можно было более фильтровать свой разговор и подбирать выражения. Или наоборот, закрывают, говорить сплошные маты в их сторону. В принципе, нет, ну, сгорел сарай. Зачем? Это больше, да, это больше навредит. Но вообще я вижу причину, да, почему это происходит. Это просто маскировка тех процессов, которые происходят в стране. Это некомпетентность власти, полная ее импотенция, коррупция, которая захлестнула всю страну, и разворовывание денег. И они вот пытаются давлением на каналы просто отвлечь наше внимание. Вот они разжигают какой-то сыр-бор по поводу языка, по поводу там каких-то националистов. Это ведь людей, на самом деле, люди, которые ходят на работу, их вот этот язык, национализм, там, кто на русском языке, кто на украинском разговаривает, он их не интересует. Человек пошел на завод, отработал, пришел домой, поспал, поел, лег спать, опять пошел на завод. Этим занимаются люди, мы же понимаем, за деньги конкретно. Большим влиянием денег они все это разжигают. Для того, чтобы отвлечь наше внимание. И мы в итоге смотрим за всем этим цирком. Закрывает КРТ. Там кто-то кого-то забросал яйцами, облил зеленкой. Кто кого-то избил. И все. И мы все погружены в этот большой театр. И не видим основного. Основного мы не видим. То, что у нас в бюджете дыра уже 300 миллиардов. То, что пенсии к концу года платить будет нечем. То, что задолженность по зарплатам растет. То, что пенсии не проиндексировали, хотя уже и Зеленский пообещал. То, что у нас деньги взяли вместо борьбы с коронавирусом и помощи врачам, отправили их на разворовывание в дороги. Для чего все это делается? Дороги как не делались, их там просто украдут все эти деньги. И нам подкидывают все это шоу, пока они воруют миллиарды наших денег. А в конце года мы все с вами проснемся, разведем руками и скажем, ой, как интересно было весь год, столько событий, а только жрать нечего уже. А в конце уже. Года каждого ограбят еще на 18%, у каждого заберут все, что вы нажили, только 18% за счет всеобщего декларирования, которое тоже пропихивают слуги народа. А они все бы пусть себя декларировали, да, сначала. Да, сделаем нулевую декларацию, и каждый с этой нулевой декларацией, чтобы нас типа налогово амнистировали, заплатит 18%. Значит, они сегодня, слуги народа, декларируют то, что им пенсионеры, родители дарят 22 миллиона. Слуги народа. Там 150, сотни, там миллиарды дали. Миллиарды. 150 слуг народа, да, стали миллионерами, долларовыми. Она показывает тут шоу всякие по телевизору. И те каналы, которые говорят хоть как-то правду, немножечко, хоть освещают на узкую аудиторию, все, вот душат, как РТ, все, больше правду неоткуда услышать.